На освобожденных территориях Азербайджана в следующем году планируется построить сейсмологические станции. В настоящее время сейсмическую активность на территории Азербайджана фиксируют 62 станции. В 2021 году их количество планируется довести до 84. Согласно плану, на будущий год в освобожденных от армянской оккупации районах состоится открытие сразу нескольких сейсмостанций. 2021 году планируется построить сейсмостанции в Шуше и Джабраиле, а в 2022 – Кельбеджаре и Губадлы, в 2023 – в Лачине и Зангелане, в 2024 – в Ходжавенде и в селе Талыш Тертерского района, в 2025 – в Ханкенди и Ахдере. При этом ведомстве подчеркивают, что после построения станции Центр сейсмологической службы Азербайджана будет отслеживать и улучшать сейсмическую ситуацию в каждом из освобожденных районов. В будущем предусмотрено оснащение этих станций современными оборудованиями.